Доброго времени суток всем подписчикам и зрителям моего канала. В сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами своими покупочками для вязания с разных сайтов, о которых я расскажу подробнее. Итак, первое, что вы видите, это замечательная книга, которая называется «Волшебный клубок», и в нем находится целых 2160 различных схем узоров. В этой книге собраны как узоры, вязанные крючком, так и спицами. Это идеальный вариант книжки для людей, которые их вяжут разными инструментами. Потому что из этой серии есть отдельно для вязания крючком, отдельно для вязания спицами и вот такая вот сборная книжечка. Узоры, как выяснилось, одни и те же, что в тех двух книжках, что в этой одной. Но по цене получается экономически выгоднее покупать одну книжечку. Сейчас листать мы эту книгу не будем, и на нее будет отдельный обзорчик. Так, что же еще из литературы я купила? Еще это вот такая вот книга, брошюра. Я бы ее книгой не назвала, потому что обложка мягкая. Вяжем спицами популярные узоры, понятные схемы. Здесь очень хорошо как для начинающих, так и для более опытных вязальщиц. Вы видите, я уже тут сделала закладочки, потом попозже тоже полистаем ее с вами вместе. Что еще для вязания я купила? Это вот такой вот фермуар. Я заказала его с сайта AliExpress. Почему для вязания я отношу эту покупку? Потому что я планирую вязать сумочку, для которой мне он как раз таки, и я думаю, понадобится. Если ссылка активная, я проверю, потому что я уже давненько покупала данный фермуар, я вам делаю ссылочку на продавца. Если же этого фермуара нет уже, то соответственно, нет. Стоил он очень-очень дешево, что-то там в районе 200 рублей, какая-то скидка была. Так, дальше, что я еще на AliExpress купила, это набор вот таких вот булавок трех размеров. Это я вам сейчас самую большую показываю, а две более поменьше, они у меня в работе. Ну, в принципе, их тот же самый. Не вижу смысла их доставать и показывать. Булавочки, конечно, мягенькие, но я вот уже ими пользуюсь. Неплохо, мне кажется, за те копейки, что они стоили. Вообще очень-очень приемлемые булавки, рекомендую. Тоже, если будет активная ссылка, я вам ее оставлю. Следующей моей покупочкой, вы слышите уже этот приятный звон, являются вот такие вот крючочки. Здесь набор из 12 крючков. Два у меня сейчас в работе, я вам их не показываю. Крючочки здесь от номера 0,5 до номера 3,5. Их очень приятно держать в руках, могу сказать. Вообще такие вот эта сама эта бамбуковая ручка такая приятная, такая нежная, но мне очень и очень нравится. Головки у крючков гладенькие, ниточку не цепляют. Я пробовала вязать и 0,5. И сейчас вот 3 и 3,5 у меня в работе. В общем, а вот этот звук мне очень нравится. Не знаю, как кому. В общем, ссылку на продавца я тоже оставлю. Очень классные крючки. И еще была у меня одна покупка. Это вот такие вот спицы. Спицы... Не знаю, сами, конечно, их приятно держать в руках, но запах, который источает вот это вот, как не знаю назвать, трубочка эта силиконовая, это какой-то кошмар. Вот у меня уже практически месяц они лежат и воняют, вот реально воняют. Покупала я там же, где и крючки, не знаю, у всех ли они такие вонючие или нет. Ими я еще не вязала, здесь тоже до 10 размера. Я вообще, в принципе, за десяточки покупала. У меня там есть одна задумка. Тоже они стоили очень дешево. Ссылку оставлю, но имейте в виду, что воняют. Вот такие покупки для вязания у меня были за последнее время.
Позже выйдут обзоры на книжки, которые я приобрела. И вы посмотрите вместе со мной, что и как в этих книжечках устроено. Всем до скорых встреч. Пока!